персидские рукописи в Национальной академии наук Кыргызской республики. Рукописи являются одной из культурных основ человечества. Они показывают историю и цивилизацию страны с разных сторон. Научный и художественный опыт прошлых народов и цивилизаций хранится для будущих поколений на страницах рукописи. Рукопись – это книга-бумага, которая изготовлена искусным мастером, обложка создана талантливым переплетчиком, а ее содержание тщательно и терпеливо написано ученым в течение многих дней и недель. Рукописи имеют историческую, научную, экономическую, политическую, социальную, культурную и религиозную ценность. Исследование этих работ переносит нас в мир прошлого. Они, ввиду их ветхости и редкости, должны храниться наилучшим образом, но в то же время они должны быть доступны ученым и исследователям, чтобы они могли их изучать и представить общественности в отредактированном и прокомментированном виде. Первый и главный шаг возрождения рукописей – это их представление в виде каталогов. Поэтому каталогизация рукописей очень важна. Персидский язык имеет длительную историю в некоторых регионах. В библиотеках и архивах отдельных стран можно найти много персидских рукописей, и каждая из них – это ценное культурно-историческое наследие тех стран и Ирана. Цивилизация Центральной Азии издавна имела тесные связи с Ираном и персидским языком. Эта тесная культурная и научная связь привела к написанию многих рукописей в Центральной Азии. Кыргызстан, как центральноазиатская страна, имеет много общего с культурой Ирана. Наличие тысячи персидских слов в кыргызском языке показывает, как глубоко богатая культура и цивилизация Ирана пустила корни в этой прекрасной стране. Употребление таких слов, как «нан», «пиас», название дней недели и времен намаза среди кыргызов, констатирует этот факт. Нет сомнений в том, что в этом регионе было много персидских рукописей, которые во многих случаях остались неизвестны, были утеряны, заброшены, не зарегистрированы или вывезены из научных и академических центров этих стран после обретения ими независимости. Несмотря на это, Национальная академия наук Кыргызской республики, признавая важность этого вопроса, приняла необходимые меры для сохранения персидских рукописей. Исходя из этого, культурное представительство при посольстве Исламской Республики Иран в Кыргызской Республике и Национальная Академия Наук Кыргызской Республики провели совместную работу над персидскими рукописями, хранящимися в Академии. В рамках данной исследовательской работы был составлен каталог старопечатных персидских книг и рукописей, который включает в себя 92 труда. Благодаря этому вероятность их утери предотвращена, а перевод и издание каталога на русском языке при содействии Академии оказали большую помощь в ознакомлении с этими трудами. Культурное представительство Ирана в Кыргызстане выражает искреннюю благодарность составителю данного каталога, доценту и старшему преподавателю персидского языка БГУ имени Карасаева, госпоже Зулейхе Сагафи Занджани и госпоже Малахат Мамедовой, которая перевела его на русский язык. Также выражается отдельная благодарность президенту Национальной академии наук Кыргызской республики господину Муратбеку Джуматаеву за содействие в подготовке и публикации каталога старопечатных персидских книг и рукописей.